Был крутой, а станет еще круче. Ручей у села Чеботаевка к осени обрамит новый мост. До начала работ пересекать водную преграду на автомобиле было небезопасно. Трещины на опорах, слабые переходные плиты, само дорожное покрытие в трещинах. Одним словом, предаварийное состояние. При этом альтернативной объездной дороги к населенному пункту нет. Мы усиливали сваи, все трещины убрали, дополнительное армирование усиливали и специальным составом, ремонтным составом отремонтировали сваи. Первая очередь, первый этап строительства практически у нас закончен. Сейчас приступили к второму этапу. На данный момент ведутся работы по устройству заборной стенки второго этапа. Уже 31 августа на мосту откроют движение. Еще днем позже завершат ремонт участка дороги Сурская-Шумерля. Первые спецмашины заехали сюда в июне. С тех пор выполнены работы по устройству основания методом холодной регенерации. Эту технологию среди всех остальных выделяет экономия ресурсов. Старое дорожное покрытие используют как компонент для нового. Плюс не требуется подвоз дополнительных материалов. После того, как мы закончим укладывать верхний слой покрытия, будут произведены планировка откосов и обочин, и укрепление обочин щебнем, получается, марки 420 на 40 фракции, шириной 1 метр. Вот. Также наверху мы там делаем два автопавильона, и будет выполнен тротуар. Ремонт на этом участке был необходим. Дорога связывает Ульяновск и Москву. По ней регулярно перевозят грузы. Покрытие износилось под весом фур. В этом году реанимируют 3,5 километра дорожной артерии. Все расходы покрывает федеральный бюджет по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». По нему же до конца 2022-го завершат ремонт на 37 объектах. Из них 28 участки на дорогах областного значения, 9 на улично дорожной сети города. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.